Взыскание ипотеки станет необязательным. Российские власти передумали реализовывать идею по введению обязательной страховки для высокорисковых ипотечных кредитов. Законопроект, поступивший в Госдуму, описывает добровольный порядок страхования для банков и заемщиков. Газета «Коммерсант» сообщает, в поправках для заемщика прописаны предельные размеры страховой суммы. Минимальный порог в 10%, максимальный в 50%. Минимальный порог был введен для того, чтобы исключить псевдострахование, когда банки обязывали заемщиков гарантировать свою ответственность на незначительные суммы в 2-3% от кредита, что делало эту страховку недостаточной и неработающей. Также нововведение даст банкам возможность охватить значительно более широкий сегмент ипотечного рынка, не увеличивая системный риск внутри банковской системы.